Цеха опытно-экспериментального производства SkyWay продолжают оснащаться самым современным оборудованием. Одним из последних станков, введенных в эксплуатацию, стал токарно-револьверный станок фирмы «ХАС», на котором после завершения всех необходимых пусконаладочных работ специалистами компании было налажено производство первой партии комплектующих для подвижного состава струнного транспорта «Юницкого». В самое ближайшее время данный станок будет дополнительно укомплектован инструментарием для более гибкой обработки деталей различного класса и различной конфигурации. В наших предыдущих новостных репортажах мы уже знакомили вас с оборудованием, которое было установлено ранее на производственных площадях проектной организации SkyWay, в числе которого балансировочный станок, который предназначен для балансировки роторов электродвигателей и мотор-колес подвижного состава. Станок для лазерной резки металла, с помощью которого изготавливаются детали и заготовки из листового металла. Листогибочный станок, позволяющий изготавливать широкий диапазон изделий из листового металла различной сложности. Пятиосевой фрезерный станок, на котором производится практически вся номенклатура корпусных деталей подвижного состава, а также деталей сложной конфигурации. Пятиосевой координатный станок по работе с МДФ, применяемый для фрезерования модельной оснастки для последующего изготовления кузовных элементов из композитных материалов. Все перечисленное оборудование в совокупности позволит компании-разработчику самостоятельно изготавливать все необходимые комплектующие, не прибегая к услугам подрядных организаций, что, в свою очередь, значительно оптимизирует производственный процесс, сокращает сроки изготовления и себестоимость выпускаемой продукции, а также уменьшает энергетические и логистические издержки.